Всем огромный привет! В кое-веки я собралась в сауну. Ну, там я, конечно, снимать не буду, разве что только покажу само помещение, потому что я там буду не одна, а с подругами. Такой красивый парк. И вот в таком центр отдыха и досуга. Тут и кинотеатр у нас, и вот тут вот в уголку это сауна. Так что я сюда сейчас, там дальше гостиница, я сюда и пойду. Ну, пока будут там девочки расплачиваться, я постараюсь успеть снять помещение. Давайте я вам быстренько покажу. Тут комната отдыха, она обычно заперта, но там кровать и там все такое. Это туалет. Вот здесь очень красивое здание, это кухня. Можно чай пить. Бассейн. Бассейн большой, кстати, глубокий. Тут разные массажеры, гидро, и снизу, и сбоку. Вон там тоже массажер. Ну, потом, если получится, я поснимаю, когда они будут работать. Так, красиво оформлено все. Так, и вот здесь помещение. Две душевые кабинки. Такие симпатичные. Полочками. Вторая. Вот. Ну и, соответственно, ну, сейчас она только нагревается. Сама сауна. Да, сейчас покажу по-быстренькому. Ой, как жарко-то, мамочки. Сейчас запотеет камера, поэтому я выбегаю. Ну, в общем, вот так. Ну и вот здесь, соответственно, раздевалка. Но я уже не буду туда заходить, потому что девчонки уже некоторые раздеваются. Сделали мы после первой сауны масочки. Маска зеленая, вот такая глиняная. Причем я ее налила столько, что хватило абсолютно всем. Сейчас покажу, какая маска. Мне ее присылали, она как раз для сауны подходит. Я взяла глина зеленая, очищающая. Вот такая классная. Я сама уже в маске, лицо уже сковывается. Написано. Вот. Так что будем чистить поры. Здесь помещение настолько холодное, что мы ходим в полном обмундировании. Решили мы попить чайку, заварили травки. Вот такая вкуснятина получилась. На две персоны, все остальные пока в сауне. Ну, единственное, что помещение прохладное слишком. От меня тут персона вторая прячется. Но она тоже в полном обмундировании, как и я. Так что, кто сейчас пьет, то всем приятного аппетита. Ну, чай, чай, конечно, чай. Еще, ну, давай, включай, покажем. Сейчас оно как раз интересно, когда салонуется. Красота, и вот эти все журчат, интересно. Но тут надо держаться руками, иначе снесет далеко. И там тоже массажеры. Плюс массажеры, еще не знаю, видно или нет, вон там внизу для пяточек. Ножки подставляешь задней стороной, и очень классненько там тоже журчит. Все, вышли мы с сауны. Единственное, что я окунуться в бассейн разочек только осмелела. Очень холодная вода, отопления нет и очень холодно. Хочу бассейн показать такой маленький. Правда, уже ночь, но вечер очень красивый. И сам комплекс очень красиво смотрится вечером. Ну, для нашего маленького провинциального городочка это очень-очень привлекательно. Такое тихое, укромное место, приятное. Но удовольствие огромное. Чем я мылась, чем пользовалась, я покажу уже дома. Уже я дома, причем накормленная вкусным-вкусным борщом. Мне сделали домашний сюрприз. Муж сварил
по своему рецепту борщ, который я очень люблю. Вот я сытая и довольная, напаренная уже дома, и хочу поделиться с вами, чем же я пользовалась в сауне. Это, ну, почему я решила все-таки это снять. Очень часто спрашивают, ну покажи светоуход, покажи, чем ты сейчас пользуешься. А как-то вот я не созрела на такой ролик, а тут, ну как бы такая ситуация, раз уж я сходила в сауну, набрала с собой каких-то средств, думаю, ну тогда я сразу и покажу все вместе и вроде как и запрос выполню. Давайте я покажу, начиная с волос. Первое, что я сделала, придя в сауну, это вот такой комплекс восстанавливающий, нанесла на корни волос. У меня девочки спрашивали показать поближе, давайте я покажу поближе. Это от домашних рецептов. Очень я люблю такие вещи. У меня это подарок. Я вам сейчас покажу, как выглядят ампулы. Кстати, очень вкусно это маслице пахнет. Вот так вот. В упаковке-то 8 ампул. Ну вот у меня осталось 6, 2 уже истрачены. Очень приятные. И нанесла я на кожу головы, на корни, одну ампулу. Одела шапочку. И сверху уже шапочку банную. Ну, чтобы в сауне не перегревались сильно волосы, не портились. В общем, такие две шапочки. И с этим я была минут 40, наверное. Потом также взяла с собой подарки. Подарков-то я взяла 3, но использовала всего 2. Сейчас расскажу, что это. Вот такие две баночки. У меня была мечта, я говорила, попробовать Organic Kitchen. И вот мне Иринка не так давно прислала. И я с удовольствием взяла густой шампунь для волос увлажняющий. Имбирная корона, органический имбирь и свежие желтые авокадо входит. И бальзам увлажняющий для волос, свежий имбирь, органическое масло желтого авокадо. Ну, в общем, состав, не состав, а вот аромат похож. Вы знаете, настолько аромат мне понравился. Во-первых, меня удивил сам шампунь. Я у девочек видела в ролике. Вот, смотрите. Вот такой шампунь. Я уже видела, но я не могла представить, как это. Он выглядит черным, но на самом деле, вот видите, он прозрачный. Вот я на ноготочке показываю вам. То есть он прозрачный, сама баночка черная. Так, теперь надо его вернуть на родину. Давайте я сейчас вытрусим, я уже заранее тряпочки взяла. Этот шампунь я наносила 2 раза. Во-первых, я поехала в сауну с немытой головой. Не стала дома специально мыть, хотела потестировать вот этот шампунь. И плюс на немытые волосы я еще наносила маску. За 2 раза шампунь промыл хорошо. Единственное, после него нету ощущения, что мягкие волосы. Волосы такие спутанные, то есть вот его не расчешешь быстро. Давайте покажу бальзам. Я не буду сейчас говорить, насколько мне сильно понравилось, потому что один раз, то есть применение один раз. В пустых баночках, конечно, я расскажу полное свое мнение, но девчонки, которые мне все это прислали, я вас очень благодарю, потому что это супер. Ну, бальзам на мою длину надо больше, чем шампуня. Аромат тоже бесподобный. Девчонки даже подходили к моей душевой кабинке и спрашивали, чем у тебя так вкусно пахнет. Прямо из кабинки ароматы такие идут, что хочется у тебя все средства забрать и самим помыться. Вот такая вот красота. Бальзам я нанесла на волосы, на мокрые. И пока я скрабировала тело и мыла его гелем, бальзам был на волосах. Потом я его уже смывала. Смылся хорошо, аромат очень приятный от волос, но расческа прочесала очень тяжело волосы. То есть они все равно путались. Чуть-чуть на мою длину, на мои убитые волосы мне было недостаточно. Но это тоже, опять же, только один раз я попробовала. Поленилась я использовать еще и... Давайте красиво поставим. У нас дома холодно, я в теплой кофте, еще и после сауны. Спину берегу, она у меня простреленная на таблетках сейчас. Поэтому же я так в кофте и буду показывать. Была со мной еще маска, я вам ее просто покажу еще раз поближе, но не расскажу в действии. Не стала я ее использовать, но хочу просто открыть, показать.
Вот такая густенная тоже маска, то есть просто так не шлепнется. Пахнет. Ну, вот тут написано свежее миндальное молочко, органические кедровые орехи. Вот с горчинкой, миндаль такая с горчинкой, вот как косточка больше абрикосовая, вот которая в абрикосе. Вот такая горчинка. Очень приятный аромат, но маску пока не потестировала, придется ждать, когда я ее потестирую уже в ванной у себя дома. Далее. Вроде по голове все. Давайте переходим к телу. Для тела я решила побаловать себя, ну, тоже, естественно, подарком. Я одни подарки набрала с собой. Скраб для тела апельсин и корица от Спивак. Это маловаренная компания. Вы знаете, посмотрите, какой состав шикарный. Также, когда открыла, аромат был бесподобный. Единственное, я эту банку с собой не брала. Я вам сейчас покажу ее. Ну, покажу, как я брала. Также. Вот. То есть я им уже пользуюсь. Как я пользуюсь? У меня есть вот такая деревянная ложечка. Я ее какое-то количество подцепляю. Вот, кстати, вот видите, белая? Ну, желтенькая. Это чисто масла. Она настолько масляная. Вот я вам сейчас покажу. Видите, блестит. Одно масло. Ой, вкусно так пахнет. Апельсин с корицей очень вкусно пахнет. В общем, вот это дело я так подцепляю и беру с собой. Вот я брала вот в такой банке. Брала немножко. И у меня, ну, я думала, немножко. И у меня больше половины осталось. То есть это я много взяла. Но я думала, мало ли, может, кто-то попросит. Но девчонки сами тоже понабирали свое. Так вот у меня небольшой расход. Но я так и в своей ванной хожу с той баночкой. То есть отсюда подцепляю. Мне девчонки предупредили, что не надо эту банку открывать в сырости. Поэтому она у меня хранится даже не в ванной. Вот. Давайте сюда поставлю. Дальше, чем я мылась? Гель. Ну, после того скраба, если честно, не очень хотелось гелем пользоваться, потому что настолько напитанная кожа маслом. Ну, скрабирую я не все тело обычно, а только проблемные места. Ну, то есть, знаете, получается как бы от области груди до колен. Вот так. Гель для душа использую Скрита, оливковый. Вообще чистое масло. Он такой густой и классный, пахнет оливками. Гель у меня нескончаемый. Я им пользуюсь одна. Вот мне такое количество. Уже раз 5 я, наверное, его использовала. Вот, кстати, хочу поднять немножко тему. У меня как пустые банки обязательно начинается одно и то же от некоторых девочек. Сколько тысяч человек у меня в семье, что я так много использую? То, что я использую, я считаю, что это немного. Например, вот возьмите этот гель для душа. Я моюсь вот такими перчатками. То есть у меня две перчатки. Я их одеваю на обе ручки. Но сколько на ладошку нальешь, но все равно наливаешь лужицу. Между собой так потер и начинаешь мылиться. И поэтому вот я вот с этими перчаточками, честно, у меня очень-очень маленький расход геля. Но сейчас я вам покажу, какую мочалку любит у меня мама. Так, только не пугайтесь, сейчас я буду выезжать. Вот. Вот представьте, варежка или вот такая мочалка с двух сторон. Ну и поэтому говорит Света, а сколько ты льешь на мочалку? Ну вы ее сначала представьте. То есть вот, например, у меня, если мама пойдет мыться, то вот от этой бутылки за раз, наверное, уйдет больше половины. Потому что пока она с одной стороны прольет, пока с другой. То есть, а я бы вот эту вот половину еще раз 4-5 бы использовала. Поэтому, ну, тему давайте закроем, какое количество. У всех разные мочалки, разная потребность в количестве. Кто-то льет, пока там уже в ванну не потечет и с мочалки не будет стекать. Кто-то на себя льет, а кто-то прямо чуть-чуть. И поэтому, ну, расход у всех разный. Вот. В общем, показала я, чем мылась, даже чем мылилась. Дальше, чем я намазалась после. Вы знаете, я взяла два средства. Это мой любимый вишневый конфитюр, крем-суфле для тела. Вот обожаю я крем-суфле. Опять же, у меня девчонки говорили, дай-ка просто хотя бы понюхать, да чего ж вкусно пахнет.
Вот отличное суфле. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот такое оно. Прямо классное-классное. И пахнет вкусно-вкусно. Ой, прям так это... Так бы и нюхала. Замечательное крем-суфле. С огромным удовольствием я его использую. Но я его сейчас использовала... Как сказать-то? В общем, сверху. Если руки поднять до лопаток. И ниже коленок. Вот. Все остальное, как мы говорим, проблемные зоны. Ну, не укатывайся. Сейчас укатится. Ну, пусть стоит так-то. Все остальное я использовала тоже подарком. Крем для тела, моделирующий силуэт. Аромат уже не настолько приятный. Пахнет эфирными маслами. Поэтому так себе аромат. Но по действию он очень хороший. Вот этот крем. Я не знаю уж, он моделирует силуэт или нет. Но, вы знаете, тело какое-то упругое становится. И вот оно... Как же сказать-то? Он даже как бы и холодит. И вот когда его наносишь, чувствуешь его действие. То есть мне кажется, как будто чуть-чуть подтягивает. Я не скажу, что прямо это какой-то заметный, видимый результат. Ну, не знаю, 2,5 сантиметра за 7 дней у меня не уменьшилось. Но кожа чуть-чуть такая вот... Покрепче, в общем, стало. А может быть, это вот мои мечты. Не знаю. Но, по крайней мере, мне нравится. С огромным удовольствием пользуюсь. У меня был скраб от чистой линии. Я его показывала в пустых баночках. Закончился, он мне понравился. Ну и вот этот крем тоже нравится. Маска. Маска для лица. Мы взяли, ну я взяла две штуки. Я их показывала. Глину розовую мы не тронули. Она была восстанавливающей. Но я вам поближе все равно покажу. Вот. Что она делает. То есть, с одной стороны, маски похожие. Но вот второй пункт придает коже эластичность. Да? Вот. Также ее, как и прошлую, с водой размешивать надо до массы сметаны. И наносить на лицо на 10, по-моему, минут. Да, 5-10 минут. И затем смывать. И применять нужно после первого захода в сауну. Мы так и сделали, только вот с этой, с глиной зеленой. Ее осталось много. Я ее разводила вот в такой чашечке. Где-то вот такое количество. И хватило на 6 женских лиц, включая мое. Ну, как лица, и шея, и декольте, кто сколько, и еще и даже у нас осталось. То есть можно было еще там всех работников сауны тоже пригласить намазать. Классная вот эта вот маска. И вот давайте я поближе покажу. Видите, второй пункт, тут говорится, борется против акне. И давайте вот так немножко покажу. Ну, я уже, в принципе, показывала. Все остались довольны, всем понравилось. Вот. Написано с экстрактами ромашки и укропа. У нас одна девочка была аллергик, но она сказала, что аллергии не произошло. Она говорит, я без таблеток, но вот лишь бы не сработала ромашка с укропом. Но было вроде ничего, все нормально, не покраснело даже. Вот. Поэтому глина понравилась всем. Ну уж не знаю, как, насколько она тут поборолась, но поры были... почище, наверное. Все были румяные, красивые после сауны. Ну, я осталась, по крайней мере, довольна этими процедурами. Так, что у меня еще осталось? Ну и напоследок покажу от Натуры Сибирики сыворотка, восстанавливающая для лица. Я ее очень люблю. Она вот так вот раз, выкручивается. Брала ее на фармакосметике. Вот единственное, когда ее выкручиваешь, видите, если хочешь нажать, она закручивается. Поэтому ее нужно вот тут держать. Вот я двумя пальцами держу, фиксирую. И потом уже нажимаю. Вот такая она черная, смешная. Но двух нажатий хватает вот почти до груди можно домазаться. То есть много. Большую территорию, она достаточно жидкая и очень быстро впитывается и никакой не оставляет жирной пленки. Вообще отличная маска. Ой, маска, сыворотка.
нравится. Так, давайте так сделаем. Также я взяла крем для рук, он был тоже не лишним. Вот такая малышка. Я в этот раз не говорю, кто чего прислал, ну, потому что тут все присланное. Девчонки обо мне заботятся. Спасибо вам всем огромное-огромное. Прям с огромным удовольствием. Я пользуюсь всем-всем, что мне девочки присылают. Вот такой крем для рук. У меня их было два. Один уже был в пустых баночках. И это второй. Нет, не 30, 35 миллилитров объем. Крем отличный, немножечко даже жирненький. Его много не надо. И я его держу в сумочке, если честно. Как сумочный вариант. Потому что я... Бывает, где-то посещаю дамские комнаты, мою руки, а у меня даже от воды сушит кожу рук. И поэтому, а уж если я с мылом где-то воспользовалась, то приходится обязательно увлажнять руки. Ну и хочется руки сберечь. Ну и губы. Тоже подарок. Естественно, тоже подарок. Вот такой вот вкуснецкий бальзам от Yves Rocher. Я очень люблю бальзамы в стиках. 10 кремов на руках. Сейчас, подождите, открою. Руки-то все у меня в кремах, в кремах. Правильно, в кремах. Вот такой огромный стик. Я его только поменяла, потому что у меня в пустые баночки ушел предыдущий. Ой, так вкусно пахнет ванилью. Прямо вкусно-вкусно. Кокос, ваниль, вот чем-то таким. Если честно, оторвала, не глядя, бумажку. Ну, по-моему, это карите. Вот. Разглядела карите. Ну, аромат вот такой сладкого кокоса, ванили. Ну, и карите тоже сладостью пахнет. Очень классный бальзамчик. Я им начала пользоваться с огромным удовольствием. Прям вот аромат чисто зимний. Вот, все, все рассказала, все показала, даже получилось косметическое наполовину видео, половина сауны и половина косметика, которой я сейчас пользуюсь. Ну, подробнее обо всем, конечно, в пустых баночках. А сейчас, надеюсь, со мной было интересно. Спасибо всем за внимание. Ну и до новых встреч. Пока.